так редко езжу на других машинах. Сегодня я взяла вот такого гигантского крокодила. У меня такое ощущение, что я еду на автобусе после своей. А я хотела вам кое-что сказать. В этот прекрасный весенний день. Вы знаете, что у нас с вами спешл. Сегодня, завтра и послезавтра бесплатная доставка по всей России. Ура! Какая шикарная погода! Я забрала Арелу. Мы едем на съемку. Моя модель переутомилась, еще не начав работать. Были такие осенью с розовым воротником. Сейчас мы сделали с желтым. Ага. Давай пройдемся. Иди, иди на меня, Арелла. Да. Ага, и еще давай тут на меня пройдемся. Еще раз, ладно? У нас полевые условия сегодня съемок. Переодеваемся в машине, снимаем на улице. Зато как красиво. Не волнуйтесь, Ариэл особо не вернется. Наша гардеробная. Ариэл, ты где? Вот такие дела сегодня. Или дальше? Хватит, нет? Да нормально, да, нормально. Вот так? Нет, вот так, да, среди. Все, оставляем. Ариэл у нас какая-то как кукла. 2 сантиметра влево, 2 сантиметра. Все, у меня есть, пошли на переход. О, вот так очень красиво, вот. Да? Посмотрите, хочешь. Сколько людей трудится над созданием фотографий, а вы их не лайкаете. Еще да, вот, да. Это же несправедливо. Это здесь получается столько. Наш следующий образ. Жилетка на куртку, на шапку. Очень красиво, очень. Вот оно как делается. Палочку? Конечно же, нам палочка именно нужна. Да? Леш. Все растаяло уже. Тепло совсем близко. Ариэл, ты идешь?